Отпраздновать появление ароматных и свежих ягод в продаже можно с помощью выпечки. Предлагаю отличный способ, как приготовить галету с клубникой. Это красивая, простая и очень вкусная выпечка. Основу для галеты, тесто можно сделать самостоятельно, это не займет много времени. Такое же тесто пригодится для выпечки пирогов, поэтому его остатки можете смело хранить в холодильнике. Галету подавайте теплой или уже остывшей, украсьте ее сахарной пудрой и ешьте с шариком сливочного сыра. 1. Просейте муку и смешайте ее с 1 ложкой сахара и апельсиновой цедрой. Перемешайте мучную смесь в комбайне с холодным сливочным маслом и рикоттой. 2. Добавьте к крошке холодную воду, замесите тесто, сформируйте его в шар и отправьте в холодильник на полчаса. 3. Вымойте клубнику, оборвите зеленые хвостики и нарежьте ее пластинками. 4. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его тонко, выложите по центру клубнику, оставляя по краям 3 см. 5. Заверните края на клубнику, смажьте края взбитым яйцом и посыпьте сахаром, добавьте к клубнике рубленые фисташки. 5. Заверните края на клубнику, смажьте края взбитым яйцом и посыпьте сахаром, добавьте к клубнике рубленые фисташки.